Аграриев России пересчитают. Завтра по всей стране стартует всероссийская сельскохозяйственная перепись. Все в порядке, страна в достатке. Так звучит лозунг всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016. В этом году она пройдет с 1 июля по 15 августа, а на отдаленных и труднодоступных территориях с 15 сентября по 15 ноября. В последний раз сельхозперепись проводили 10 лет назад. Перепись охватит все сельское хозяйство России, от дачников и ЛПХ до фермеров и крупных организаций. Сбор объективной и полной информации о сельскохозяйственной отрасли и получение данных для анализа продовольственной безопасности страны. Вот основная задача будущего статистического обследования. Впервые в этом году сведения об объектах планируется собирать при помощи переносных планшетов системы GPS. Это позволит получить более точные сведения, уменьшить время обработки и сократить численность переписного персонала. Аграриев попросят рассказать об используемых передовых методах ведения сельского хозяйства, о привлечении кредитных средств, о получении бюджетных дотаций и субсидий. В Чувашстате напоминают, переписчик обязан иметь при себе удостоверение и документ, подтверждающий личность. Власти надеются на активное участие жителей республики во всероссийском опросе. Ведь полнота и точность ответов повлияет на аграрную политику страны.